Привет, друзья! Мы с вами в Пятерочке и продолжаем старую добрую традицию показа вам магазинных полок с экспертом. Эксперт у нас наша любимая винный академик Татьяна Селиванова. Здравствуй, Танюша! Здравствуйте, дорогие ребята! Мы ведем нашу трансляцию из магазина «Пятерочка», которая находится в Москве. «Пятерочка» это расположена по адресу Большая Набережная, дом 9, строение 1. Тут небольшая суета, все волнуются из-за съемки, но это легально, поэтому мы продолжаем. Давайте рассмотрим, что же есть на этих полках, потому что здесь есть и наши старые знакомые, и есть позиции, которые, мне кажется, интересными, ну и заодно новыми. Начинаем традиционно от секции игристых вин. Что у нас есть? У нас есть гиганты Мартини по своей чрезвычайно высокой цене. Ну, тут понимаете, да, вот за так, это тоже. Поближе, давай. Пожалуйста. Вот за это надо тоже заплатить дополнительно. За чехольчик, вот за молнию там еще за. Да. Ну, что я здесь хочу сказать? Это асти, это классика жанра, а вот это у нас все-таки свежачок. Это розовая просекка, правда же? Это же не просто... Конечно, это розовая просекка, это вино у нас винтажное, это Глера плюс Пино Нуар, поэтому это может быть интересно. Когда мы говорим о таких крупных брендах, всегда учитывайте, что они, скорее всего, будут слаще, чем обычные рядовые ребята, потому что они, конечно, заигрывают с покупателем, более коммерциализированы. Есть у нас просекка Ганча, что совершенно замечательный бренд, он крупный, он давным-давно представлен на рынке, у него хорошая цена, как мне кажется, для полки это оптимально. И это абсолютная классика жанра, поэтому, я думаю, вам придется по вкусу и цена, и качество, и самое главное, узнаваемый бренд. Есть у нас настоящая кава традиционным методом Вальхонда. Ценник немножко съехал, цена вопроса 649 рублей. Понятно, вот он, да. Понятно, что это базовый сегмент, базовая категория с минимальной выдержкой 9 месяцев, но ну, она нарядная, она золотая, поэтому, скорее всего, на стол ее будет поставить не стыдно. А цена у кавы по-прежнему ниже, чем у просекко. Это, несмотря на то, что кава делается дороже, сложнее, тем не менее, сила просекко двигает цену вверх. А вкус сильно отличается? Сильно отличается. Вы в просекко получите всегда свежий фруктик. Кава всегда выдерживается на осадке, поэтому ожидайте, что это будет поплотнее во вкусе, и это будет более интенсивная газация. Часто алкоголь повыше, хотя может быть 11,5 и там, но обычно в каве все-таки 12-12,5. И кава содержательнее. Если вы встретили каву, которая площе, проще на вкус, чем просекко, это катастрофа. Так не должно быть, это противоречит законам природы. Давайте посмотрим, что у нас есть дальше. Есть еще одно розовое просекко, очень симпатичное, на мой взгляд, хороший цвет, очень элегантное оформление. Что тут у нас? Мартиамо. Я пытаюсь сейчас найти на него... А вон, барокко, наверное... просекко, вот это? Барокко, просекко, вот оно. Скорее всего, это вот этот ценник. Да, Мартиамо. Да, просекко розе, да, то есть ну, они его залепили. Слушайте, ну, 700 рублей для розового просекко – это здорово. Учитывая, что эта категория не так уж сильно отличается по качеству, я имею в виду, бывают совсем провальные варианты, бывают посвежее, но, в принципе, это молодое игристое вино. Поэтому хорошо. Есть у нас барокко просекко, и вот тут интересный момент, что белое у нас значительно дороже, чем розовое, хотя розовое обычно дороже. Это потому, что разные производители, разные условия закупки. Но и то, и то. То будет хорошо. Ну, так, что? А тут остался ценник от Дикаспика, который, конечно, за 359 мили. Вижу. Вот, было белое брю. Вон он там стоит далеко. Слушай, далеко. И он на самом деле прекрасный. Давай я до него докопаюсь. Ну, давай. Помоги выкладке. Это вот оно? Да. Скорее всего. Я объясню. У меня жена его высмотрела в Перекрестке. Это же одна и та же X5, да? Один и тот же. И вот тоже за 359 рублей мы его купили. Причем она сказала, давай сразу купим 6. Вот. И отлично мы, в общем, каникулы провели. Прекрасно. Так что они его, конечно, зря задвинули на задний. Вот. Ты знаешь, просто вернули. Все доступные бутылки уже смели. А, да, не успели возобновить экспозицию. Нет, друзья, это вот отличный выбор прям.
Да, ну, заставили этим, чтобы у них тоже это купили. Но вот интересно, посмотри, вот какая полка игристых вин, престижных. И сколько из них просекко? Абсолютное большинство. Не говори. Потому что тут, да. А наши Дикаспика смели, поэтому последнюю бутылочку заныкали сзади. Ну, для Дикаспика это почетно стоять на престижной высокой полке. Ей! Ну что, дальше у нас варианты самые разные. Есть совсем бюджетные, вот типа солнечного склона. Кстати, неплохой, потому что это Кубань вино. Цена-качество, скажем так. Давай будем объективные. Да, цена-качество, и в этом нет ничего. Особенно вот полусладкое, как-то у нас прям совсем принято его стыдиться. Не надо ничего стыдиться, со временем вы перейдете на сухое, но пока надо получать удовольствие. Дальше идет у нас сегмент Абрау. Ну, Лев Голицын, понятно. В смысле, что понятно, что это давние уже бренды, что они давным-давно на полках. Это у нас Санкт-Петербург, Абрау Дюрсо, это понятно. Вот это уж точно понятно. Классика жанра, гигантский производитель. Есть, смотри. Не проходите мимо. Что это такое? 4 раза больше ценник, вино «Венецианская маска». Кто это делает? Ты пробовала это? Нет, я надеюсь, не пробовала. Нет, да? И будьте снисходительны, если решите это сделать, потому что это у нас Осетия, если не ошибаюсь. Но. Что я хочу сказать в огромную защиту этого продукта, что это не винный напиток, это вино. А это уже здорово, потому что 239 рублей вино, сделанное из ркоцители, если не ошибаюсь, да. И у нас производитель Северная Осетия, Алания. То есть, в принципе, винный край. Так что есть шансы. Знаешь, вот это из серии, то, что у нас раньше было, вот когда я была студенткой, у нас был Корнет и Надежда, шампанское дешевое. Вот мы его покупали там по 50 рублей и пили. У нас был Салют, да. Ну, вот... Но я еще раз скажу, что вот этот брютик мы с Васей пробовали в прошлом году, перед Новым годом. За 300 рублей это оптимальный вариант от Ванды Ивановны, прям хороший. Ну, тут на самом деле, когда ты знаешь, из чьих рук вот да, это, да. И когда разница незначительная, тут, конечно, решение понятно, в чью пользу. Спускаемся давай дальше. Давай. Здесь у нас начинается Санта-Стефана. Ура, ура. Все, кто ждали Санта-Стефана, получают его в ассортименте. Не берите эту шипучую дрянь, это ужас. Там пузыри размером вообще с горошину. Это винный напиток, этим все сказано. Давайте все-таки будем добрыми делами заниматься. Вот Боско, как всегда, ее разобрали. Это тоже самое. Конечно, только Боско 449. Да, и при этом честная ламбруска, смотри, 399, то есть она даже дешевле. И я хочу сказать, что это настоящая итальянская, то есть это не сделанное под шумок какой-то, это розовая полусладкая, 8 алкоголя, под винтом, слабо шипучая, просто прелесть. Да, прекрасная вещь. Вот, поэтому я вот это прям одобряю, и девчачьи, цена даже ниже, а это все в 100 раз лучше. Значит, есть у нас еще, ну, про Боско... Марлезон. Да. Над ним еще Денис ржал в первых выпусках нашего игристого. Ну, вот Марлезон с тех пор, я не могу сказать, что прям сильно рванул наверх, но Марлезон это тот же самый производитель, что «Венецианская маска». Вот, поэтому это снова у нас ркоцители, это Осетия, поэтому, в общем-то, вы можете получить хорошее соотношение цены и качества, но, опять же, не будьте слишком жестоки. Не, не будем слишком Давай, жестоким. Переходим дальше. Так, ну, гранатовые вины люди просят показывать, не знаю, мне вот это... Глинтвейн есть у нас готовый, просто разогреваешь и пьешь с удовольствием. Ну, это такая, компоты такие. Да. А куда же без крымского погребка? Никуда. Крымский погребок, как всегда, на месте. Уровень качества стабильный. Все, что мы говорили в предыдущих выпусках, все так же актуально. Есть у нас вино в пакетах литровое. Слушай, ну я не буду на пол вообще ложиться. Но ну, знаете, те, что оно тоже есть. Пакеты и так про него знают. Оно тоже есть. Так, давай двигаться дальше к чему-нибудь более приличному. Мы вот с тобой эти тихие вина не трогаем, давай. Которые сверху. Тут на самом деле самое вот интересненькое начинается, потому что здесь много интересных образцов и много собственного импорта. Начинаем, у нас есть Пино Нуар из Молдавии. Да, очень симпатично стоит. И цена, качество. 399. Конечно, это будет не костлявая бургундия, ни в коем случае даже на Австрию не похоже. Это будет более полнотелое вино, но совершенно не теряйте надежды выпить его с удовольствием. Просто тут вокруг нас ходит куча людей, я немножко отвлекаюсь. Ничего. Что у нас еще есть? Прямо вот пойдем по порядку. Давай. Смотри, совершенно классная вещь – это чилийская сира. Мы говорим обычно про карминер, про каберне, но сира себя чувствует в Чили вот так же. Сира. Отлично.
Цена 459 рублей. Вот дай-ка я гляну, это собственный импорт или это кто-то... Это собственный импорт, поэтому цена из первых рук. Отлично. 21 год, все свежачок. Есть у нас такой же центральная долина Шардоне. Шардоне, скорее всего, будет с бочкой, немножко копчененькая, как любят у нас вот покупатели. Вот это Антарес, который, да? А, нет, Шардоне вот это, да? Да. Просто ценники извинуты. Вот, вот он. Ага. Цена такая же, ну, господи, Шардоне классика жанра. Ну да. Давай, как мы пойдем сюда? Или... Ну, давай эту полку досмотрим уже вниз, да? Спускаемся вниз. Ну, у нас Агора. Агора – это крымский погребок. Это просто у нас более статусная линейка. Есть мускат Аркацители, есть мускат черный. Опять же, крымская, насыщенная. Все, что вы в нем успели полюбить, потому что это бренды не новые. Опускаемся вниз. Вот здесь. Штоби, да. Македония. Штоби. Да, неплохо, кстати. Вот. Ты зришь в самый корень. А что я хочу сказать про эти вина? Что по итогам новогодних продаж X5 выложил определенную статистику. Так. Ты читал ее уже? Еще нет. Еще нет. У нас за всю статистику отвечаешь. Отлично. В 119 раз выросли продажи болгарского, красного, сладкого, полусладкого вина. Обалдеть. Из белых больше всего выросла Македония. Ей! Поэтому я, когда его увидела, я очень обрадовалась. Чем хороша Македония? Это цена отличная и качество. Македония умеет делать вино, у них есть собственные сорта, есть умения, традиции. При этом Македония – это страна небогатая. Македонцы очень часто ездят в европейские другие страны, чтобы быть там сборщиками винограда. И бутылочки литровые, кстати, замечу. Вот. Я только хотела сказать, что это литровая бутылка. Бутылка у нас македонская белая. Давай посмотрим, какие сорта. Что за Смедеревка и Жилав. Так, а это у нас чего? А есть еще у нас здесь и море, морское, Винью Верде, собственный импорт Пятерочки, поэтому цена 499 рублей, 500 условно. 21 год, давайте покажу, что это чистая правда. Свеженькое, сочненькое, фруктовое, слабоалкогольное и полусухое, что еще для счастья надо. Вот, прям рекомендую, потому что по-прежнему... Винью Верде, конечно, недорогая категория, но 500 рублей – это по-прежнему супер привлекательно и выгодно. Опускаемся вниз. Да, давай только отметим для любителей вермутов, что мартини никуда не ушел. Вот Ай-нянь, красота. Все, вот оно есть. Ну, раньше оно стоило 600-700 за литр, сейчас уже 1099, но, по крайней мере, оно есть. Вот, можно наслаждаться. Напиток богов. Да. Проверенное качество годами. Знаете, мне кажется, это вот такие бренды, что если ты их любишь, ты уже не перейдешь никуда, что ты вот найдешь деньги, купишь за любые деньги, но ты себя или побалуешь. Посмотришь наш сюжет с Леонидовичем. Леонидович учил из аптечных трав делать вермут. Есть у нас такой сюжет, очень вкусно получается. Хотя не мартини, конечно, не рад. Вот. Это домашняя альтернатива, что, в общем-то, неплохо. Да. Вот, что я очень рада. Напитки моей юности, смотри. Пока мы говорили, вот здесь еще стоял Инкерман Мерло Качинское. Его подошли и купили. Ей осталось Аркацители полусладкое, что такая нетрадиционная история, на самом деле, с Аркацители. Вот. Ну, Инкерман крупно, недорого, базово, много-много лет, поэтому все с ним хорошо. Массандра. Ты портвейн-то вообще когда-нибудь пила или мускатели все? Конечно. Да? Нормально? Конечно. Все? Конечно. Во-первых, я очень люблю Массандру, уважаю. И мускат бело-красного камня, по-моему, хвалю в каждом выпуске, как я его люблю. Здесь у нас есть Алушта, есть мускатель розовый для девчат. Ну, цена как раньше, кстати, она такая была. И на том спасибо. Но нет никаких поводов усомниться в оригинальности, потому что мы все прекрасно знаем, какая-то крупная сеть, и как тут все контролируется жестко. Это точно. Что у нас здесь еще есть? Био. То, что мы любим. Веган-френдли. То есть подходит веганам. Органика итальянская. Шардоне и Требьяно. Терра ди Кьети. Где же находится Терра ди Кьети? Это у нас Абруццо.
ну, это этикетка не его, ценничек не его, год урожая отлично, 21-й, мне остается только надеяться, что на него хорошая цена, потому что все остальное просто супер. Я уверена, что это свежее, сочное, отличное цитрусово-яблочное вино. Багаера вот, кстати, стоит, а мы про нее рассказывали, это Виню Верду, очень симпатично, мы его пробовали. Оно, правда, тогда стоило рублей 380, но сейчас уже 500, но главное, что это оно же. Проверенный вкус и качество. Ты проскочил Сан-Валентин. Я хочу восстановить справедливость. Ты нам его показывал, мы его с тобой брали в Винлабе. И да. Когда мы снимали про этикет с ангелочком. Ко дню Святого Валентина. Да. Винлаб Винлабом, но Сан-Валентин распространился и по другим сетям. Поэтому вот у нас Торрес по-прежнему, Парильяда. День Святого Валентина не за горами, не разочаруйте свою подругу. Вкус, напомню, девчачий, вкус леденцовый, вкус отличный. Так, ну что, у нас есть базовое бордо. Я не буду врать, что это какая-то великая вещь. Это, вы знаете, из серии «Можно пить» и «Можно пить». Точка. Ну, 500 рублей, ну, за бордо нормально. Я хочу шепотом суфлера сказать, что, ребята, если вы возьмете вот Винью Верде за... 500. А, нет, они опять все перепутали. Я надеюсь, что все-таки за 400, нет, как подожди, розовая. Подожди, ты посмотри на разы. А, 500. 500 да. Они стоят, да. Мне кажется, вот это будет намного интереснее, намного приятнее, потому что вот на такое бордо обычно идет самое-самое-самое неказистое, и будет вам тоскливо. Но если ситуация обязывает поставить Францию на стол, конечно, это сгодится. Вот, супер популярный сорт в сетях, это я уже своей мне, личной статистикой могу сказать. Мне, кстати, она не очень нравится, честно тебе скажу. Тебе Вердеха не нравится? Не, именно вот Солана вот это мне не нравится. Вот. Ну, здесь такой разбавленный вариант Вердеха. Вердеха может быть более концентрированным, и немножко он уже, конечно, окисленный. Поэтому это вино для, скажем так, для тех, кто любит помягче. Вот. Ну, такие у нас есть. Для тех, кто любит свежий вин, конечно, это будет огорчение. Что еще? Ну, Винью Верде ты похвалил. Похвалил. Псу! Нужно ли что-то говорить об этом? Ну, скажи. Полусладкое, абхазское, из молдавского виноматериала, правильно, да? Вечное. Вечное. Вечное, псоу, да. Давай перейдем дальше. Давай. Подожди, ты пока роняешь со звуком указку, я покажу, конечно, душу монаха. Душа монаха. Куда же без нее-то, да? Липфрау. Вот вся классика тут стоит, да. Лозаннская долина. Мы еще в институте. Ну, это какой-то трэш. А лозанка, не знаю, как это. В принципе, мы когда студентами были, очень ее любили. Я тебе открою секретик. Мы сейчас будем подниматься выше, и там найдутся грузинские поинтереснее. Подожди, но прежде чем подниматься выше, смотри, на полу у них стоит фанагория почему-то. Есть. Хотя она хорошая. Фанагория просто потому, что... Может быть, ее здесь не очень любят, хотя я просто смотрю, я думала, тут какие-то базовые вещи, но на самом деле цены вполне корректные, они достойны стоять. Так не понимаю, почему она стоит в этом трэше на полу, фонарит, в общем, конечно, получше. Вон полубутылки даже есть, удобно. Это черная, господи, хотел сказать, черная магия, это серый кардинал выкладки тут вот так вот к ним не отнесся, да. Так, ну это какая-то совсем дешевая Франция, которая, не факт, что вообще Франция, да, кто это? Это у нас вот это вино Ле Шавьер Европейского Союза. А, понятно. Поэтому, вот что вот увидели, вы должны к этому, соответственно, относиться. Ну, то есть виноматериалы самые разные, сделаны в Европе. Что угодно. А написано все по-французски, что да? угодно, потому что Франция лучше всех продается. Полусладкое, тут есть красное. Да. Товарищи, если вы это будете пить, я вас прошу, ни на что не рассчитывайте. Вот просто допил бокал, это уже будет серьезный подвиг. На то, что скоро успеет, можно рассчитывать. Нет, ну хотя нет, не отравишься в магазине, конечно, я иронизирую. Нет, это такая жесткая ирония, но... Пожалуйста, вы вот с этим бокалом не фоткайтесь, не выкладывайте в соцсети, потому что это не очень круто. Так, пошли дальше. Давай дальше. А вот это вот еще последнее. А эти, кстати, по-моему, я пробовал, ничего было. Слушай, они классные. Вот Понта Антика, это у нас итальянская линейка Сан-Джовезе из марки Розовой. У них даже ценники соответствуют, смотри. Да, это у нас Рубикон, это Эмилия Романия. То есть вот эта линейка нормальная. Я просто не помню, какую я пил, зеленую, по-моему, пил. Сейчас я... Требьяна, по-моему, да? А, да, Требьяна написано здесь. Все хорошие. Все хорошие. Я смотрю, вот красное сухое унесли. Цена вопрос у нас порядка до 500 рублей. Очень хорошо. А, то есть их было 4 раза. Да, вот здесь красненькое. Ну, зима, конечно, все пьют красного много. Переходим дальше. Да? Так, Москва, это... Нет. У нас есть, вот. А, ну да, давай. Смотри, у нас там было белое из-за Брутца, теперь ему в пару красное. Все тоже хорошо, свеженькое, фруктовенькое. И
если сравнивать с Европейским Союзом, то, конечно, однозначно это, вы знаете, органика, откуда это, из чего это и какого года. А, вот, еще, конечно, привет большой Ванде Ивановне, это у нас красностоп анчелота. Вкусненькая, да. Красное сухое. Тем более, ты даже уже все, вот, все можешь сказать. Просто здесь классное сочетание, потому что анчелота – это у нас то, что добавляется в Эмиле Романе и Кламбрусском, а красностоп – это наше отечественное. И такой хороший бленд – фруктовое, сочное, веселое. 299 рублей сделано. Вот, это у нас ЗГУ. Защищенное географическое наименование. Да. Все как мы любим. Честно, да. Да? Так, ну что, переходим дальше. Есть у нас и другая Италия подороже, и скидка на нее. Видишь, какая? Да, не 873, а 99. Видишь, почему? Потому что никто, наверное, не знает, что это такое. Золотые медали, год старый, а вот написано Маскатти, но Муската здесь нету. Скорее всего, просто ну, такой это когнитивный диссонанс. Сенжавезе примитива, наверное, полусухое оно. Ну, такое. Полусухое, да. Мы с тобой обычно пробуем пулю полусухую, она крепкая, она сладковатая, такая негромар, там примитива. А тут немножко санджавеза, и, скорее всего, просто... Ну что, 94 от лука марони, ну, конечно. А кого же еще? Но у нас тоже есть... еще столько даст, да? Вот, у нас есть объективная оценка, Гильбер Гайяр, французский рейтинг 90. Так что тут он нормально. Хорошее будет. Серебро. Хорошо. Там, по чесноку. Так, тоже Вилла Маскатти, Пино Гриджо, 21 год. Скорее всего, он просто не выдерживает конкуренции с остальными винами. Потому что 748, когда ты можешь купить за 500 нормальное белое, ну просто да, поэтому на него и спеццена. Не, ну, судя по цвету, он такой живой, не старый, не спор, ну да, оно же вот. 21 год, цвет все нормальный. Хорошо. Я тебе открою секрет. Есть возможность сделать бутылки немножко голубоватые. Ну, это я конечно, понимаю. Конечно, да. Зелененький может сохраняться долго. Кадарочка! Кадарочка! Сербская кадарочка? Да. Ну и хорошо. Сербия к нам очень лояльна, 21 год. Кадарочка никогда не подведет. А, это классика жанра. Вот, Шардоне Вианье из Южной Африки. Вот если вы любите вина пополнее, пожирнее... 22 год. Ням-ням-ням. Best with fish, ну, с рыбой. Я думаю, что и мясо белое сюда подойдет. Птица точно, потому что... А, 12 градусов, они, наверное, поэтому боятся, считают, что это среднетелое вино. А, хорошо, давайте рыбу жареную тогда оставим, все равно птица подойдет нормально. То есть это у нас мягенькое, это вино у нас не такое, не агрессивное, для тех, кто любит южное, теплое, согревающее. Вот, что я хотела отметить, мне очень понравилось, надо посмотреть, это собственный их, или, да, это собственный импорт, Винью Верде. Альвариньо Резерва, то есть моносортовое еще и с выдержкой. Здесь, наверное, ну, вряд ли бочка, но, скорее всего, выдержка на осадке, что делает вино более плотным, более содержательным. И 12,5 алкоголя, то есть это у нас прекрасная альтернатива более простому водянистому Винью Верде. Всячески поддерживаю, советую. Цена вопроса 649 рублей. Ребят, вот... Поделитесь в комментариях, те, кто попробует, и выскажите свое мнение. Потому что мне кажется, это очень классное предложение. Есть у нас Лиссабон. Проверенный наш кашкаш, который мы дегустировали. Тем более. Который мы знаем, мы любим. Вот. Ну и все тогда. Ну, он дешевле раньше стоил, но до 500 это он не сильно так вырос, в общем. Выгодно. Да. Начинается... Грузия, как ты хотел, начинается Дугладзе. Дугладзе. Тут вообще на самом деле Грузии много. Грузия, а вся от крупных производителей. Тут есть Дугладзе, Бадагони, братья Сканели. Ну, такое оно очень столовое. Нет, ну, конечно. Такое... Конечно. Ну, поэтому... Нет, не отравы, не гадость. Ну, просто не, очень ну... простой базу. Без изысков. Отраву мы деликатно обошли вниманием, поэтому все, что мы говорим, конечно, не отрава. Ты про три топора. Вот они. Они есть, да, мы обошли, но они есть, конечно же, да, не плачь. Гадость. Все хорошо. Гадость. Так, Эспаньоль. Эспаньоль, у нас Риоха, конечно, без выдержки. Вот меня удивляет, что 20-й год, потому что, в принципе, для красного вина уже такой
Приличный срок. Так, а ты ценник на него найди, какой от него. Ценник. ТРД. Да, а, это оно. Слушай, ну 500 рублей. Да. Давай посмотрим. Зареху, скорее нормально. Всего, тоже собственный. Да, собственный импорт, поэтому и цену можно держать нормально. О, вот что мы нашли. Полусладкое, ну, да. Каберне. Компот со спиртом, да. Здесь, наверное, вот как раз гусары молчат. Ну, слушай. Ну, за свои деньги. Ну, 179. Отравиться тоже, в принципе, нельзя. Нет, ну, просто не отравитесь. Не отравитесь, но так утепить без этого, без впечатлений. Так, Карлос Серес. Слушайте, я его знаю 300 миллионов лет. Вот с тех пор, как я работаю в вине, Карлос Серес – это крупный… Ты моложе выглядишь. Спасибо большое. Пожалуйста. Смотрите, классная Испания, всю жизнь была отличная цена-качество. Разные приходили бренды, но всегда корректное… Такое крупные обороты испанского вина. Есть у нас тут пометочка Крианса, то есть обязательная выдержка в дубовой бочке 12 месяцев. 600 рублей, все удовольствие. Очень-очень рекомендую. Это собственный импорт уже давным-давно, поэтому отличная цена-качество. Ну, дальше началось вот у нас с новой Грузии. Так, ну, на самом деле, немножко в разнобой стоит, не очень удобно. Ну, зато разнообразие. Зато... А вон зато Грюнер Ветлинер за 500. Литровый. Нормально. Литровый. Литровый Остерайх настоящий. Да? Что тут? Генисен, Мидгутер, Квалитат. Это австрийский, в смысле, да? Да, да. Это у нас Файнландкиллер. Винодел. Винодел. А, вот видишь, Грюнера побаиваются. Грюнер 20-го года стоит 12,5, сухой. Вот был бы он 21-го, вообще было бы замечательно. Но так тоже ничего. Переходим выше. Ап, ап, ап. Ап. Так, ну, голование-то такое очень средненькое. Но при вот этом цена вот. У него, смотри, нормальная такая. Ну, хотя, ну, кинзмараули, потому что. За слово кинзмараули. Кинзмараули. Пинотаж. Исчез, что хороший знак на самом деле, что его любят здесь. А, значит, была красная тамаранта, тут где-то белая стояла, по-моему, да? А у нас было. Вот да, она. Да, вот, была белая, а там стояла красная, но ее смели, да, потому что ее классика любят. Жанров там паре. Нарисован стейк, поэтому все понимают, что к стейку надо брать, да. 400 рублей. Да, ну, да, за да. Хорошее, за южное, теплое хорошее. Вино, конечно. Вот хорошо. Вы и смели, да, все правильно. Так, у нас есть еще The Best Friend. Такое игривое. Кьянти и пулийская Санджавеза. Вот Санджавеза, конечно, продается сам себе сорт, потому что в пуле он не то чтобы главный. Там примитивный граммар у нас по-прежнему царят. Но хочешь итальянского, хочешь, конечно, кьянти. Поэтому пойдешь за классикой жанра. Я бы советовала, наверное, все-таки вот это, потому что поюжнее, потеплее, посочнее. А кьянти может быть, ну, очень костлявое, ну, очень скучное. Так, это дальше у нас опять Терра ди Кьети. Ну, что-то прямо у нас здесь это засилье Абруццо. А что такое Терра ди Кьети? Это наименование, ну, IGT из Абруццо. А что такое IGT? Ну, как субзона, скажем так. То есть наименование контролируемое не вот узкой территории, а более обширной. Ну, что, Монтепульчано и что-то еще здесь должно быть. Монтепульчано, Мерло, Капсов. Ну, вот. Я просто всегда помню, что каждый раз к нам приходят новые зрители, они не все знают все эти твои термины. Я поэтому себя выклевываю потихоньку. Все, спасибо большое. Это не тот самый высокий уровень качества, это пониже. Ну, да. Тоже ок, не столовая, но... Вот. Так, это у нас разлито, по-моему, Бодогония. Неплохой, да, кстати, я, по-моему, его пробовал. У меня на канале есть ролик про кинзмараули из пятерочки, да, и, по-моему, он там был не самый плохой. И цена не, ну, самая обычный, плохая, да. Тоже хорошо. Вот, по-моему, лучше того, который чем братья Асканели. Да. Нет, Головани, это не Асканели. Я тебе открою. Тоже Асканели? Сейчас. А, ну да. Извини. Нет, права. Это как раз это бренды сделаны специально для X5. Так, теперь специально для людей, которые спросят, почему мы не показали Абхазию. Мы показали. Пожалуйста. Выхны аж в два ряда, чтобы уж точно берите, не пропустить. Хоть залейтесь, мы, понимаете, не будем. Вот это и есть выкладка. Ты хочешь, не хочешь, ты уткнешься лицом в это лыхны. А тут и Абсны, и все на свете. А вот Линдеза лучше. А, вот. И тоже Виньюверте, да, который мы пробовали. И какая прелесть, какая свежесть в этом Виньюверте. Чего тут у нас? Не потому, что бутылка синяя. Нет, это, кстати, все хорошо. Хорошо здесь. Хорошо. На самом деле отличный дизайн. Вот это я хотела особенно отметить, потому что смотри. Так. Да, типа оно уже старое. А, давай наконец цвет покажем. Да? Вот, ребят, смотрите, вот если цвет такой. Нет. Это чего? Только был зачин. Я в другую сторону уведу наш разговор. Какую? Ну, уведи, да.
И тут маленькими буквами, которые не видно, когда оно... Конечно. А что? А нет, видно. Блаш значит румянец. Румяный, розово... Тогда ему можно такой быть. Конечно. Розовокожий пиногриджо. Пиногриджо может давать розовый цвет, когда настаивается на кожице. Поэтому это у нас блаш. Он проходит как розовое. Да. Розовое тогда, вино. Да, имеет право. Поэтому вот такой вот нежненький, вот такой вот очаровательный блаш. Сколько твоя блаш стоит? Блаш моя стоит 500 рублей. Просто у него очень короткий срок жизни. Вот 21 год, и вот желательно бы до весны его уже допить и ждать новый, потому что у него нет перспективы никакой хранения. Лаказада пиногриджо, классика, опять же, жанра, 699 рублей. Но видите, пиногриджо здесь не одно, их несколько, так же, как и просекко, потому что, конечно, люди покупают его с удовольствием. Слушай, а как они по вкусу отличаются от другого? То, которое розовое, то, которое... А, вот эти вот между собой. В этом... По вкусу, вот именно во рту, практически не отличаются. Здесь в аромате чуть больше грейпфрута, землянички. То есть чуть-чуть уходит в ягодность, но вот такой вот, знаешь, прям диаметральной разницы нету между ними. Понял ты. Спасибо. Знаешь, как красное яблоко, белое яблоко, зеленое в смысле. Вот. Шато Бушеро, что это? Я хочу... Это там один из лейблов придуманных, бла-бла-бла. Я хотел сказать другое. Ой, прости. Хотел сказать другое. Чем брать Бордо, надо выбрать лучше Антер де Мер. Антер де Мер – это центральная часть Бордо. Переводится как между двух морей, то есть между двух рек. Этот находится регион, и по закону там делают только белые вина. В чем прелесть Антер де Мер? Он никогда не взлетает высоко. И он знает об этом, потому что это вечные вина на каждый день. Это вечные аперитивы под салатик из сельдерея. И вот такой вот сегмент, он по-прежнему предлагает отличную цену-качество. Поэтому обратите внимание, может быть, Шато Бушеро, может быть, Шато другое, Шато Черский. И это по-прежнему, если Антер де Мер, выбирайте помоложе, цена, качество 500 рублей. Все нормально. Вот, это мне Солана, я помню, что ты не любишь Вердеха. Есть у них эксперимент еще и на тему Бабаля. Мы с тобой Бабаль пробовали. Да, да. Сорт невеликий, но концентрированный. Поэтому розовые вина из него получаются, конечно, очень хорошо. 12 градусов. Но, опять же, он не блестящий, такой прям не супер взрывной, он простой. Простой. Выше, выше, к самым дорогим. Ах. Мучемас. Ну, мучемас мы с тобой проходили. Ну, давай напомним, что это такое у нас? Давай мы напомним, что мучемас – это супер популярные бренды. Ну, красный, конечно, в абсолютном приоритете по сравнению с белым. Испанское красное, мощное, плотное. Ну, такое оно все брутальное. Поэтому, конечно, оно давно продается уже на полках магазинов. И обожают его, просто обожают. Этим, я думаю, будет исчерпан мой рассказ. Цена вопроса 800 рублей. Если любите прям вот плотное, тогда сюда. Если хотите Испанию более элегантную, то по-прежнему я настаиваю, что есть у нас Карлос Серес. За 600 рублей Крианса, настоящая Крианса. Супер. Да. Что у нас еще есть? Вальпеличелло. Мне приятно видеть, что не хватает одной бутылки, потому что выбрать Вальпеличелло, классику Супериоры, это на самом деле способен только человек, который разбирается. Вот. Ты понимаешь, он пришел и выбрал именно ее. Вальпеличелло, вы знаете, женственное, элегантное вино с северо-востока Италии. Что здесь важно? Классика – это историческая субзона, это самая старая часть Вальпеличелло с самыми лучшими по-прежнему природными характеристиками. А Супериоры – это повышенный алкоголь. То есть вот это вино – это концентрированная, серьезная версия Вальпеличелло. Это не просто водянистенькое, девчачье, это прям классное вино. Поэтому дай посмотрим, сколько здесь алкоголя. 13,5 я ожидаю. 13. 13-19 год, не надо хранить, открывать. И пей с удовольствием. Бархатисто, вишни много, много спелой вишни. Это я люблю. Да, Шато Тамань у нас, ну, в общем-то, это не новые позиции на рынке. По-прежнему ратую за то, что свежее, молодое и наше. Скидочки, опять же. Очень хорошая цена, это вообще кайф. И 21 год, то есть они сливают какие-то остатки в безумных количествах. Розовые каберне тоже очень симпатичные.
Цены низкие, потому что у них огромные собственные виноградники, могут себе позволить от объемов. Знаешь, сколько делает Кубань вино? Сколько? Порядка 60 миллионов бутылок. 60 миллионов. Для сравнения, Маэт Шандон делает 25 миллионов бутылок. То есть это огромные, гигантские обороты. И уж точно на любой вкус найдется. Давай посмотрим, что у нас здесь есть. Есть у нас и Франция по хорошей цене. Дорогие скептики, которые говорили, что вот, все, ничего не найдешь. Найдешь. Это у нас Лангедок Руссион. Это да. Эффектно. Сейчас самое главное посмотреть год этого вина, потому что... Хотя красный там не так же критичен. Ой, простите, я ошиблась, это не Лангедок, это Долина Роны. Да что ж такое? Ну, я ошиблась, я помню, что юг. Но смотри, это даже лучше, потому что Долина Роны еще вкуснее. Год 19-й, в принципе, конечно, уже такой, он пограничный. Но у нас здесь Сера Гренаж 14 градусов. 14, то есть вино мощное. Угу. А, это может стать вполне себе альтернативой долины... Ой, господи, Кодюрона. Кодюрона, поэтому, если любите ширазики, то вот, в принципе, оно. Но я вот смотрю, их очень... А, нет, там много бутылок. А, ну, я уверена, что это не самая ходовая позиция. Просто люди не понимают, он даже я забыла, откуда это. Это у нас Сардиния. Давай проверим, потому что сам производитель Сардиния. Может быть, это какой-то новый проект? Нет, это их сардинский проект. Верментина и Торбата. Вот меня огорчает только 19-й год, потому что, в принципе, это уже такой зрелый возраст для белого легкого итальянского вина. Но если вы встретите это вино молоденькое, 21-го года, то, конечно, попробуйте, потому что Сардиния – это солнце плюс йод. Вино солоноватое, очень всегда много лимонных корок и очень элегантное. Производитель с очень хорошей репутацией, давным-давно делает, поэтому все должно быть хорошо. Вот это мой личный фаворит, потому что это... Мусита? Да, но здесь другие слова меня пленяют. Это вот Нерел Маскалезе, Терроси Чилиано. Вот, я хочу посмотреть, это их собственное? Да, это их собственное, 20-й год. Поэтому, дорогие друзья, если вы искали элегантную Италию, и даже не так, элегантную Сицилию вы нашли. Потому что Нерел Маскалезе – это очень деликатный красный сорт сицилийский, автохтон, то есть он только там... Там родился, там и пригодился. И Нерелла Маскалезе у нас сорт, который сравнивает с Пино Нуар. Бледный цвет, красные ягоды и очень-очень тоненький. Вот без акции 873, 759 по спеццене. Недешево, но Нерелла Маскалезе найти дешевле, но мне кажется, что там вообще его пить уже будет невозможно. То есть здесь надо учитывать редкость сорта и сложность его обработки. Да? Круто. Давай посмотрим алкоголь. 13,5. Очень хорошо. Вот я советую вам, если вы уже искушены в винных вопросах, вот это попробовать. Обязательно. У нас есть Алентежу, Португалия. С ценником это Лозаннской долины. Вообще без ценника. Поэтому я не знаю, сколько оно стоит. Но, ребят, если вы любите вина дубовые, сладковатые, такие американо стиля, вот она как раз Алентежу резерва, для вас бутылочка припасена. А Лозанночка внезапно прыгнула наверх. Мы ее видели с тобой там внизу, теперь она здесь. Что у нас еще есть? У нас продолжается Италия, другой вид Кьянти, цена. Цента от нее, цена. Да, Кьянти, вот оно, 560. А это снова Терра де Кьянти, да что ж такое, опять Абруцци у нас. И, по-моему, мы его где-то видели уже. Да бог, вот оно, да, оно просто внизу. Давай посмотрим вот эту Португалию, если это Португалия, если все совпадает с ценником. Ну да, конфиденциал резерва. Лиссабон, да. Как Португалия, Лиссабон. Конечно. Я просто хотела понять, откуда это Португалия. Лиссабон у нас, Тинтер, Ориш, Каштеляу, Туригнасиналь, ага, Альфаши, о, тут все.
Куча сортов красных, все мощные, вино полусухое и бочковое. Если любите вина с дымком, послаще, то это вам. Оно хоть и полусухое, но оно все равно очень плотное. Суавы. Суавы – великолепная альтернатива Пино Гриджо. Обратите на него внимание. Незаслуженно потерянная категория. С высокой кислотностью, с нежным характером и цена вопроса 500 рублей всего лишь. Суавы, чем моложе, тем лучше. Здесь явно голубоватая бутылочка. Вот, но под винтом. Суавы может быть очень водянистым. Я надеюсь, что вот с этой бутылкой этого вы не получите. Кинзмо Раули Дугладзе было, ну, был Дугладзе. Да. Вот, у нас есть еще одно Пино Гриджо. Это, собственно, опять же, коллекция X5, пятерки, скорее всего, 700 рублей. Есть рислинг немецкий из Пфальца, да. Рислинг настоящий немецкий из Пфальца полусухой, то есть такой более смягченный за 600 рублей. Ты же рублей. У нас по немецким винам академик, да? Я, натюрлих. Это, вы знаете, смягченная версия рислинга, потому что, вот, например, мы в роликах обсуждали Бекс, который очень много где стоит. Бекс построже, Бекс такой колкий. Вот эта версия ближе больше к Либфрау. Потому что и регион поюжнее, Хальптрокин, там все на свете. И получается, что круг замкнулся. Ты смотри-ка. Ну, во-первых, он не замкнулся, потому что там еще есть водки коньяки, о которых я могу рассказать. А во-вторых... Вон еще там есть спецпредложение винное. Ты дашь мне пару слов сказать? Да, конечно, давай. Ну, давай. А вот это ты имеешь? Да. Ну, давай. И стоит здесь. А, Виванка стоит. Вот. Красота же! Почему? Я Виванку уже хвалила в ролике, потому что Виванка это супер. Во-первых, у них очень крутые красные вина. Почему Виванка стоит на распродаже? Потому что дорого. И что меня смущает, 19-й год, что для розового, что для белого, это, конечно, уже срок. Поэтому я понимаю, почему сливают. Ну, 700 рублей цена, недорого для Виванка. Но для 19-го года уже под вопросом. Есть у нас вот новая позиция. Я ее раньше не видела на полках X5. Из Эмилии Романи Сен-Жавезе, к тому же био. Год, 19-й. Ну, это не так еще плохо, поэтому, в общем, тоже можно попробовать. Ну, вот это, мне кажется, наиболее интересным из всего предложения здесь, потому что, смотри, это у нас честное чили. 22-й год. Персик. Савиньон, вианье, савиньон, грейпфрут, вианье, персик, как раз натурально. Нет, ты только объясни, что персик это не вкус, а это признак того, что тебе нравится. Нет, а сейчас во второй раз уже было про вкус. Вианье, потому что на вкус как персик. Да, серьезно? Да. Савиньон как грейпфрут, а это как персик. А первый раз, да, было одобрение. Резерва, пустые слова, ничего не значит, но здесь будут тропики, здесь будет яркий аромат, и мне кажется, что это прям вот хороший выбор. Есть у нас игристое Пино Гриджо, розовенькое, прям по-настоящему игристое, вон с обычной пробкой, с такой грибочком. Ну, для тех, кто хочет Пино Гриджо во всех ипостасях попробовать и стрельнуть им тоже в потолок. Ничего тут выдающегося не ожидайте, но будет легкое. Будет вполне альтернатива розовому просекко. В два раза дешевле. Ну и, конечно, Матеуш не дает покоя. Да, это у нас... Это не Матеуш. Это не Матеуш. Это, я имела в виду, форму бутылки. Да, это у нас Тежу даже. Это даже не Винью Верде, это Тежу. Просто розовое полусухое вино во фляжечке. Которое, ну, авось примут за Матеуш. Ну и баночки. Ну, баночки растут так себе, не особо. Банки, хочу сказать, что они растут просто в объемах продаж, потому что это очень удобный формат. Оценили. Но по вкусу такая шипучка. Ну, такая, да, невеликая, да. Скажем. Теперь, слушай, мы к тебе просим, давай вернемся к той полочке, давай. Вот к той с винами. Давай кратенечко, да, прорезюмируем, вот что бы, например, ты взяла, то есть какие тут хиты вот с твоей точки зрения? То есть, ну, смотрите, белый, ребят, красный, розовый. Да, я однозначно вот с той полочки советую савиньон вианье, да. С этой полочки я однозначно советую Альвариньо, беленькая. Я не буду говорить про... Ты сразу говори к чему, там, к мясу, к рыбе. Ну, это... Морепродукты, рыба. Я не буду говорить про русское, потому что я его одобряю, все, что мы здесь говорили. Так. Все, что я сказала, все верно. Я абсолютно точно советую Карлос Серес. Так. Потому что он классный. И давай посмотрим наверх. Наверное, вот Сира чилийская, потому что оно пышненькое, перечное.
Так, где эти мюцели? Нерелла Маскалезе, мое прекрасное. Мое великолепное Нерелла Маскалезе, я советую. Так, ценник напомнение, вот это. 759. Да? Да, ну, это вот основное. А, вот это еще, Вальпаличелло понравилось? Вальпаличелло просто классно, да, что она есть. И вот, если захотите французского... То вот это. Максимально честного. Вот давайте прям вот за так. Максимально рублей? Честного, да. То и вот это я тоже одобряю. Так, белое сухое. Ну, давай жене возьму, пусть порадует. Ну, смотри. Хорошее, правда? Я надеюсь. Ну, ладно. Охладите. Хорошо. Охладим. Так, ну что, на закуску я расскажу про водку. Ну? Которая понадобится закуска. Да, сейчас. Давай. Вот, значит, смотрите, что у нас тут есть. У нас тут есть графиня вишня. Это действительно классная зимняя деревенька. И она тут по скидке стоит 269 рублей. Ням-ням. Вот это прям отличная вещь. Угу. Вот яблочная деревенька мне тоже нравится. Она вообще 144 рубля стоит. Это вот... Проверенное качество и замечательная штука. Вот. И, а вот эта клюква на коньяке, сормовская. Нет, по-моему, я не пробовал. Не припомню. Хотя, может быть, с Николаем у нас что-то подобное было. По коньякам когда-то был неплохой вот этот золотой резерв. Mm-hmm. Вроде бы он не портился, поэтому можете попробовать ему доверять и дальше. Теперь давай сюда продвинемся к водкам. Значит, что я тут могу порекомендовать из водок? Это... Ну, русский стандарт я давно не пробовал, но качество у него вроде не портилось. Значит, «Пять озер» мы дегустировали, это мне нравится, это проверенное качество. «Царская» у нас с Николаем вообще обошла дорогущие французские, там за 4-5 тысяч тоже. Ну, к деревеньке вопросов нет, это нормальное, приличное качество. Вот, «Финский лед» я не пробовал, да, и вот где-то здесь был, а вот там это было, пойдем туда. И когда меня спрашивают, вот особенно люди, рожденные в СССР, да, что вот раньше была столичная, нет, вот столичная, пожалуйста. Сейчас еще черная такая появилась, стоит нормальных, адекватных денег. Вот, делается она не в России, но качество не меняется, вкус не меняется, все то же самое. Я бы вам порекомендовал обратить внимание на новую бионику, которая есть и кранбери, и грейпфрут, ну, в смысле, как бы клюква, грейпфрут и черная смородина. И ценник 399 рублей, это... По акции. Да, это вполне гуманно, тем более, что это 40 градусов. Это не какая-то настойка, где 18 или 20, это честный 40 градусов. И бионика получила, ее делает Калужский ликеро-водочный завод, и получила она немало наград и призов, потому что она действительно очень качественная, очень, как бы, чистая, голова от нее не болит, плохо от нее не будет. Ну, архангельская тоже она нравится. Самая разная, вот это я не помню какая, северная выдержка, но это обычная, да, то есть все хорошо. Так. Россияне стали пить больше водки. Статистика в новогодних продаж показала. Да. Водка выросла, вино упало. Так, вот мы вам показывали, кстати, Стирсман. Мы вам показывали на «Крепком мире». Вот он стоит по скидке за 800 рублей. Вот люди пробовали. Вот этот особенно вот яблочный и бурбон. Да, вполне нормальный, то есть, ну, для, как бы... Тех виски, которые сейчас можно найти и которые у нас разливаются, это, в общем, вполне ничего продукт. Вот, так что можете себе позволить. Так, ну и, собственно, наверное, все. А как же про джины? Не скажешь пару слов? Слушай, глетчер, я тебе честно скажу, я его не пробовал, я его не знаю. Вот этот вот... Готовая пиноколада. Тоже не пробовал. Бугульма был, это да, старый известный ликер. Да. Он сам по себе неплохой ликер, но не надо его сравнивать с егермейстером, потому что на егермейстер он не похож. Просто хороший, это нормальный бальзам, ликер. Да. Тундру вот очень хвалят, вот эту битер. Угу. Вот. Ну, в общем, вроде бы... Тут тогда я скажу, что пиноколада. Ты ее пробовал? Да. Так, хорошо, ладно, переводим камеру на тебя. Нет, а что говорить? А мы тебе готовый, ничего не говорим, мы тебя от всей души благодарим. Охлаждаете, разбавляете все. Хорошо. Друзья, мы от всей души благодарим эту прекрасную девушку, винного академика Татьяну Селиванову. И на этом наш репортаж заканчиваем. Ставьте лайки, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И подписывайтесь на канал. До новых встреч! Всего вам самого доброго! Нет, такого я никогда не видел, чтобы нас поджидали вот на улице у Пятерочки. А вы здесь живете поблизости? И вы увидели, как мы снимали, дождались Татьяну, чтобы вот она на книжке автограф. А книжку вы с собой носите? Нет, я бы хотела, но конечно. Бегала до дома быстренько. Ничего себе. Вот это вот. Да, спасибо вам за то, что даете знания полезные очень в жизни. Полин, вам спасибо. Вам спасибо. Да, и вам, Игорь, вы же замерзли где-нибудь? Вы бы зашли внутрь, а чего вы на улице-то караулили? Мы же не кусаемся, в конце концов. Было неожиданно.
Как вы меня сейчас удивите.